станице Калужской прошла открытая сессия Совета поселения. Об итогах работы местной администрации рассказала глава Калужского сельского поселения Гульфия Иванченко. В 2019 году поступило свыше 4,5 миллионов рублей из бюджета района и края. Общий объем расходов, утвержденных решением от бюджета Калужского сельского поселения, на 2019 год составил 7 341 тысяч рублей. Исполнено 94,3% плана. Все мероприятия в 2019 году выполнены в пределах утвержденных лимитов согласно плану. В ушедшем году в поселении проводились работы по улучшению качества дорог местного значения, нарезке кювета, замене уличного освещения. После отчета главы каждый желающий смог задать свои вопросы присутствующим специалистам. На встрече не обошлось без приятных новостей. В следующем году в поселении планируется открыть новый офис врача общей практики. На это запланирована сумма в размере 15 миллионов рублей. В конце сессии слово взяла первый заместитель главы района Марина Наумейко. Из схода в другой сход и из отчета в отчет вопросов становится все меньше, потому что действительно глава вашего поселения, депутатский корпус, активно сотрудничая вместе, многие вопросы решают. Надо сказать, что на самом деле, когда глава поселения Гульфия Салиховна докладывает на больших планерных совещаниях, например, по вопросу санитарного порядка, каждый знает, что в калужском поселении всегда порядок. Марина Наумейко обратилась к активу с просьбой принимать больше участия в жизни своего поселения.